И всем привет, вы на канале Vidroid Gaming, меня зовут Александр. Сегодня мы поиграем в новенькую игрушку, предложил мне ее я сам. Да, такое тоже бывает, если вы хотите мне что-то предложить, просто напишите про это в комментариях, я сделаю видосик, а ваше имя укажу в названии этого видео. Как-то так, такой вот интерактивчик, и у меня в предложке уже куча игр, поэтому я сейчас начну, наверное, выбирать более интересные и в первую очередь про них снимать. Так что предлагайте годноту, и чем годнее игра, тем быстрее она появится на канале, как-то так. А сейчас мы посмотрим Heroes. Авточес. Короче, герой Авточес. Какая история вообще с этой игрой связана у меня? Кто не знает, это такой режимчик у нас сейчас есть в Dota 2. Я в него не играл, так как в Dota особо-то и не играю, да. Но очень много слышал про него. Короче, есть Dota 2 такой клиент, в которую сделали кастомную игру, в которую играют больше, чем в Dota 2, по какой-то там статистике. Короче, популярная игра популярнее Dota 2. В свою очередь, как мы помним, Dota 2 была кастомкой Warcraft 3. В свою очередь, клоном АОСа из StarCraft. Короче, очень долгая история развития, и мне кажется, это такая настоящая эволюция игр. То есть, одни эволюционируют в других, 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 и в итоге получается какая-то классная вещь. Или хрень какая-то. Сегодня мы посмотрим. Это не оригинальный авточес. Оригинальные авточес скоро будут доступны, пока они там где-то в Азии доступны. А в России нет, вот. Но в Google Play они уже вроде как должны быть. А это такой клон, по геймплею должен быть максимально схож. Ну, хотя бы с геймплеем познакомимся и сделаем вывод, круто или не круто. Последнее обновление 2 марта, то есть примерно месяц назад. Ну, вроде за игрушкой следят, крутяк. Что у нас еще тут есть? У нас есть тут картинки. Создай свою стратегию, нарисован какой-то пират. Покупай новых героев, объединяй героев. Дойди до последнего уровня и создай свою стратегию. Короче, цикличная у нас история будет, да, как обычно. По оценочкам у нас все не очень хорошо. Отзывы сделать в мультиплеере, время на подготовку войск, тыры-пыры. Оффлайн режим вроде бы норм и не норм. Ну, вроде бы норм и не норм. Уже норм, да? Или не норм? Что у нас? А, нифига крутяк. Смотрите, кто создал у нас эту игру. Создатели Bigfoot Monster Hunting. Это ж такой крутяк, да, вот, если кто не знает, я играл что-то подобное, либо в клон этого подобного, либо в эту. Ну, короче, Винни-Пуху, наверное, это понравится. А может нет, ну ладно. Норм, короче, или не норм. Поехали. Итак, нас сразу кидают в первый раунд. Это, скорее всего, просто тренировочка. И что у нас тут есть? У нас тут есть викинг, дилижанс какой-то, королевство. Дилижанс и Империя Сун. Что это значит, я не знаю. Ну, короче, они стоят по единице. У нас есть, как я понимаю, два серебра и что-то еще. Что это такое? Это наше поле. Орк, нежить. Господи, тут еще шкурки разные. Ну, давайте будем за орков играть. Нет, нежить. За нежить? Викинги? Дилижанс. Это что такое? Это какой-то дикий запах. Запад, наверное, да? Пираты, Империя Сун, Королевство, Железный Клинок. Ну, короче, походу эти с этими дерутся. Эти с этими, эти с этими. А эти сами с собой. А нет, с Империей Сун. Ладно. А у них скиллы еще все разные. Это не только шкурки, это скиллы разные. Вот это жесть. Давайте за орков начнем по порядочку. А, они дорогие. Они дорогие. То есть, по сути, нам хватает только на... На что? На королевство? Я не понимаю, что нам хотят сказать. Ну, короче, ладно, у нас есть две монетки. Наверное, надо нажать на викинга. Давайте нажмем. Раз. А, вот мы купили. Замечательно. Викинг есть и есть еще шаманчик. Наверное, он будет это саппортить. Не хватает серебряных монет. Окей. А почему начать не горит? Окей. Не, ребятки, без обучения я что-то не хочу, я очкую, да. Начать? Нет? Раз. Прикрываю ему спину, давай. Погнали. Так, что здесь должно произойти? Я победил, я рад. Раунд 2. У нас есть одна монетка. И давайте пирата возьмем, он такой крутой.
Не хватает серебряных монет, окей. Как добавить монетку? Посмотреть рекламу, окей. Это прям прелесть какая-то. Короче, реклама Galaxy S9 Plus всего лишь за 6700 рублей. На андроиде 4, наверное, на каком-нибудь, да? Окей. А что взять, что взять, что взять? Ну, давайте возьмем вот это. О, мы взяли, смотрите, теперь можем нагибать. Что произошло-то? Ладно, погнали. Вперед, вперед. А, только троих можно выкинуть. Окей, начинаем. У меня немножко дар речи пропал. Это вся игра, что ли? Надо покупать воинов, выкидывать их на поле и смотреть, как они рубятся? Ну, что-то это капец какой-то вообще, да. Так, окей, теперь можно что сделать? Три монетки, может... А-а-а, поменять пик. Клево, клево. Я хочу этого скелетика взять. Давайте мы скелета сюда поставим. Начинаем. Нежить, охотник. О, напали на скелета, жескач. Какой-то есть шарм в этой игре. Но какой? Виктори, ура. Раунд фо. Ну, у нас дофига народу. Это типа... Нет, просто поменять пик, окей. ДФМ. И один фиг убьют. Ого, что-то пыхнуло. А они качаются, интересно, или нет? Вот эти вот чуваки, которые у меня есть. Спасибо за то, что ты играешь в нашу игру. Пожалуйста, если у вас есть какие-то предложения, оценить сейчас, оценить позже. Нет, спасибо. Пока у меня нет никаких предложений. Вроде норм, а вроде не норм. Самый крутой обзор, я теперь всегда буду так говорить. Вроде норм, а вроде не норм. Так. А как мне, знаете, что сделать? Вот этого парня, допустим, выделить. А, его можно продать. Империя Сун продать. А что это такое? Арена. Взять билетик на халяву. Дуэль Комен Сун. Сражайся на арене 10 раундов и только 3 шанса на ошибку. Чем больше побед, тем лучше награда. Стань грандмастером. Йоу. Окей, это уже, представляете, это походу главное меню. Мы уже и играем, и не играем, да? А, нет. Надо дойти до конца. Давайте дойдем до конца. А, я думаю, надо... Что сделать? Продать вот этих вот парней? Зайти вот сюда вот. Смотрите, здесь что-то еще есть, да? Стоп, 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 стоп. Сейчас я разберусь, сейчас я разберусь. Два юнита нежить. А кто у меня нежить еще? Я не понимаю немножко вот этих всех приколюх. Но фишка в чем? А куда я нажимал? Вот сюда вот? Да, вот это рандомный пик, они дешевые тут. А вот тут вот определенных, если брать, то они дорогие, да? Я так, я правильно понял, нет? Нет? Да? Нет? Да, нет? Орк Ассасин 2. Орк Ассасин 2, да нет вроде. А я могу вот этого вызвать? Нет, тут только скиллы. Боевой клич, который увеличивает урон на 10% всем орков. Ну, короче, надо, короче, это, надо. Что надо выбирать одинаковых? Давайте посмотрим, кто у меня есть. У меня есть королевство. Да, замечательно. У меня все разные. Ладно, будем брать дорогих. Из дорогих у нас есть... Блин, у нас нифига нету. Королевство 1. Ладно. Это поменять руку, да? Вот, с королевства у меня есть вот такой вот чувак. И 5 монеток. Окей. Нежить. Королевство. И дилижанс. Вот дилижанс давайте уберем. И поставим на его место королевство. Будем топить за королевство. И вот за... Вот тоже королевство есть. Замечательно. А, так их можно не продавать. Их можно просто вот так вот сделать. Смотрите, раз. Два. Все, погнали. Начать. Нифига их много. Так мне же сейчас каранты.
И я ничего не могу сделать. И как их бить, их до хрена, у меня трое всего лишь пацанов. Магазин, нет, спасибо. И вот заново началось. Ну, давайте за орков топить. Пока непонятно. Ну, короче, кто будет, за того и будем топить, да? Да живи, мужик. Он убил орка. Ну и ладно. Вроде норм. Виктори, а орк сейчас у нас ресница или уже нет? Какая прелесть. Орк у нас остался жив. Давайте теперь мы викинга продадим и возьмем еще одного орка-охотника. Как это сделать-то, блин? Нет, викинг мы тебя пока продавать не будем. Мы сюда поставим и вызовем орка. Два одинаковых орка. Чего они дают? Два охотника увеличенного урона. Урона, 4 охотника увеличения урона. А как их стакать? Может, их как-то можно соединить? Или может где-то есть этим? Где синегерия героев? Где-то мне говорили, что можно соединять героев в более сильных. Не хватает серебряных монет. Ладно, разберемся потом. Выпускаем орка в бой. Ну, два орка против двух орков. Ну, наши бьют по ассисту, значит, мы выиграем. Эти тоже, сволочь, по ассисту бьют. Но мы первые начали бить. Ну, такая игрушка, знаете, вызов бросает. То есть, интересно посмотреть, что в конце. Но, блин, как соединять войско? Я не понимаю. Виктори, окей. Орков больше нет? Нет. Как вас соединить, пацаны? Ну, чпокнитесь, блин. Ну, чё вы такие-то? Вот орк. Хунтер. Какие-то крестики, смотрите, непонятные. Где-то здесь должно быть, да? Вот, смотрите, что у нас есть. И шо? Шо с этим делать? Я не понимаю. Может, вот сюда зайти? Магаз? Увеличивает лимит доски на одно место. О-о-о! Увеличивает лимит резерва на одно место. Получить дополнительные монеты на старте игры. Шанс получить сильнейших юнитов в магазине. Ну ладно, давайте дополнительный слот возьмем. Что, теперь можно троих вызывать? А, четверых. Ну блин, это pay to win какой-то. В чем прикол-то? Ну типа скипнули орков, нет, окей, да? Едем дальше. Ладно, вызываем троих и начинаем бой. О, они крутые какие-то вообще. Смотрите, замесили нашего одного орка. А, викинг точно такой же, как орк, да? Эй, я что сейчас всру? Да не может быть. Да, всрал! Жесть! Орки не тащат. Надо, короче, гайды смотреть, потому что я не понимаю, как их соединять. Не то я хотел сделать, я хотел вас соединить. Я не понимаю. Вот. Если вы что-то понимаете, можете написать в комментариях и подсказать мне, что здесь делать в этой игре. Пока вообще нифига не понятно. Вроде норма, вроде не норм, как чувак сказал. Да, сдаться давайте. Сдадемся. Дефит. Посмотрим, что нам скажут. И главное меню — это магазин. То есть нам игра подсказывает.
Да, подсказывает, что нужно делать, нужно донатить. Как-то так. Я, кажется, понял, почему такая низкая оценка, потому что ни хрена непонятно, блин, жесть. Пойду дотку, наверное, на комп скачаю, посмотрю, как там в авточас рубятся. Ребят, сорян, что так коревенько вышло, ну, хотя бы так, да? А так, спасибо, что посмотрели, всем пока, играйте в крутые игры и вот... Что-нибудь пишите про этот авточес, блин. А то я как нубас, нифига не понимаю. Пока-пока. Народ, это какая-то наркомания. Я понял, как в нее играть. Короче, грейд за золото, это нифига не pay to win. За каждый проигрыш даже дают немножко золотишко. То есть можно вот так вот сделать. Тринк. И у нас будет немного больше золота. Это, короче, какая-то жесть. Я понимаю, почему народ все время играет... Так, стоп. Можно зафиксировать, да, их или как? Так, берем двух охотников и давайте какого-нибудь просто возьмем орка, допустим, да? Я понял, почему народ играет Доталова в эту игру, потому что она реально жесткая. Так, как лучше сделать? Лучники назад! Воины вперед! Погнали! Короче, тут, когда выпускаешь на поле трех человек, они склеиваются в одного. Смотрите, жесть. Виктори, да? Сейчас, если мне скелет-лучник попадется в магазине, то я его склею. Ну, нифига мне не попалось, поэтому я просто возьму пирата маг... Нет, давайте убийцу возьмем вот эту вот. То есть у нас нежить орки, а это на подхвате. Вот сюда нажимать, путаюсь. Все, погнали. Ура, да, мы их победили. Что теперь дальше? Теперь смотрим в магазин, главное, чтобы сейчас что-то попалось такое же. И мне нифига опять не попадается. Зато два пирата мага есть, их можно склеить. Давайте попробуем сделать это. Чпуньк, чпуньк. Можно даже рекламку посмотреть. Давайте сделаем это. Кошмарно долгая реклама. Я посмотрел 30-секундный ролик, и мне еще потом таймер 15 секунд вылетел. Это что за г? Это не стоит двух серебряных монет, которые мне сейчас дадут, или сколько мне там дадут? Крестик, все, я насмотрелся. Вау, крутяк какой. Так, что можно сделать? Можно сделать вот что. Я понял, вот эту кнопку боковую, X2 называется она, можно не нажимать, потому что, я так сказал, да. Потому что мы возьмем сейчас еще одного пирата, вот этого. И теперь смотрите, какая будет уличная магия. Блин, какая уличная магия будет? Никакой уличной магии не будет, я все перепутал, я думал, у меня пираты есть. Блин, кто-то опрофанился. Давайте танкиста одного возьмем. Танкист. Вот так вот, короче, сделаем, да? Нет, стоп. Минус. Уберись. Появись. Еще одного пирата надо закинуть. Давайте лучника уберем, на пирата поменяем. Вот так вот, давай. Все, поехали. Сейчас главное выиграть, и тогда мы что-нибудь закомбим. Наверное. Ну да, нормально, изи, изи, изи. Блин, прикольно. Я в такое еще не играл, да. Это реально новенькое придумали. Окей, у нас кто есть? У нас опять нифига нет. А если поменять? Ага, у нас есть нежить маг. И королевство одно. Говно какое-то, а. Еще рекламу смотрим. Посмотрели рекламку. И у нас есть лучник. Вот этот вот. Теперь смотри, что мы делаем. Мы сейчас какого-нибудь бича возьмем за единичку. Спрячем его и продадим. И теперь возьмем лучника, и они соединятся. Или не соединятся. Теперь делаем так, смотрите, чпуньк, чпуньк. Так, запись-то идет? Да, идет, замечательно. Чпуньк, они бэмс, крутого лучника. Вот это геймплей, да? 2019 год мы соединяем, мы чпокаем троих скелетов в одного. Крутяк. За это нам дали нифига, но теперь у нас есть один крутой лучник. И можно еще кого-нибудь нанять, а можно не нанимать, можно сделать... Так, стоп. Нету. Ладно. Так, ты дальний бой, да, рыцарь? А, рыцарь нет, наверное, не дальний бой. Или дальний. Фиг тебя поймешь. Армор 5, рейндж 1.
Armor 5 Ranger. Да вы одинаковые. Да вы не особо-то круто соединились, я так скажу. Range 0. Вот, это, короче, вообще милишник. Вот так вот, все. Я начал разбираться. Погнали. Ассасин, смотрите, сзади подошел. Я вот люблю в такую дичь залипать, которая просто дичь. Чтоб потом мне писали, дичь, что за дичь? А я такой, это не дичь, это крутая дичь. Ух. Еще один скелетик есть, лучник. И сразу смотрите, три пацана-ассасина. Ассасин с ассасином. Так, давайте попробуем замутить их. У нас, в принципе, есть два бесхозных этих пацана. Жалко, не написано, почем продадим их. Ну ладно, махаюсь. Убийца. Рыцарь. Давайте продадим вот этого. Денег 5. Купить, и нам не хватает одной монетки. Ну, давай тогда вот этого продадим. Страйк. Чпуньк. 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 И они опять крутые стали. И вот это крутяк, да? Так, теперь давайте милишник вперед. Вот, все, коробочкой пошли. Фалангу сделали маленькую. Как у Македонии. Блин, в какой-нибудь Рим Total War надо поиграть. Качну со Стима сегодня что-нибудь. Смотрите, мы нагибаем. Да офигенно, блин. Почему мне это нравится? Это же дичь. Ой же скач. Так, ладно, едем дальше. Что у нас есть? У нас есть ассасины королевства. Блин. А что ничего такого интересного-то нет? Кто у нас тут? Нежить, орк, пират и убийца. У нас есть нежить за 2. Маг. Давайте, наверное, его возьмем. Блин, маг. Ну ладно. Вот так пока махнем просто. Дэмэдж 50, армор 5. Примерно то же самое, да. Чуть-чуть похуже, но зато две нежити у нас что-то будут стакать там. Нежить, дилижанс, орк, пират. Все, погнали. Чуть-чуть да прибавили мы в весе, так сказать. Ассисты нельзя делать, да? Блин, мы сейчас срём. Ну нет. Вперед, помогайте им. Мы всрали. Зато 6 раунд, best 5. Смотрите, продвижение уже есть какое-то, да? И смотрите, нам дали опять 9 штучек. Шанс получить. Я не знаю, что взять. Ладно, давайте это возьмем. Го, еще раз попробуем. Время идет, пипец, длинный ролик получится, но я что-то затянулся. Затянулся, да. Ну, нам тут подсказывают дилижанса. Рыцарянца. Погналянца. Чпуньк, чпуньк, чпуньк. Милишники все, да? Начинаем. О-о-о. Так, дилижанс у нас, да? Вот, лично убийца есть. Убийца-то есть, а маловато, нет, будет? Окей, реклама. Как бы мы не опрофанились этим выбором, потому что народ-то мало. А, ну у нас есть 3 монеты. Пират, викинг, королевство. А у нас кто? Я забываю все время. У нас дилижанс и железный клинок. Ну кого взять-то? Ну, какого-нибудь лучника давайте, королевство. Нет, вот, нежить. Так, 4 слота. Че бы нет-то, мага возьмем. И, если что, их же продать можно. Погнали. Погнали. А с живыми людьми, представляете, как будет? Это вообще крутяк. Ну, пока хотя бы до 10 левела надо дойти, наверное, чтобы это, ну, чуть-чуть шарить. Так, у нас есть нежить, дирижанс-убийца и королевство. Ну, дирижанс, наверное, возьмем.
Так, давайте глянем. Маг, нежить, убийца. Ну, всяко лучше будет, да. Поехали. О, он прогрейженный вышел, смотрите. Ну, куда тебе до нас? Мы крутые. Скипаю, наверное, да? Давайте скипаем. Дилижанс один есть. О, пираты бы соединились. Ну ладно, дилижансов берем. И мне кажется, это все очень плохо будет сейчас. А, они не соединились, да? Еще одного надо. Ну ладно, начинаем. Я думаю, сейчас всру. Хотя... Что вы делаете? Ну, что-то вроде делают, да. Ассасины. Ну, рыцарь, кстати, долго держался. Молодец. Арена-тест. Так, а у нас есть кто? У нас есть убийца королевства, пират, маг-пират. И вот фиг его знает, как менеджерить. Вроде бы и нежить есть. А если я сейчас скипну, мне не хватит уже. Что делать, пирата брать или охотника? О, железный кулак, воин. Клинок, кулак. А у меня кто? Железный клинок, рыцарь. Блин, рыцарь, воин. А! Что делать там? Ну, давайте возьмем этого и так вот, чпоньк. И пираты повылазили. Давайте берем пиратов. Раз. Кого уберем, кого уберем, кого уберем. Да, наверное... Так, кто, пираты повылазили? Да. Ладно, этого уберем, продать. Вот вроде бы купил, да, и уже продаю. Хотя вроде ничего и не теряю, да? Чпуньк, чпуньк. Чпуньк соединился, чпуньк. Чпуньк. Блин, как лучше сделать-то? Ну, давайте так. Начинаем. Ну, что-то не очень. Дымы какие-то, короче, кастуют все подряд. Я еще скиллы никакие не читал. Один фиг, пират не пират, а эти дилижансы рулят. Да. Мне нужен дилижанс-ассасин. Скипаем. Ура. Что из этого можно сделать? А, теперь таких три надо, что ли? Жесть. И смотрите, они вроде даже слабже стали. А что значит залочить? Фиг его знает. Так, ну ладно, мне пока все устраивает. Едем дальше. Только, блин, надо было рыцаря поставить. Ну ладно, пофиг. Держитесь, пацаны! Виктори, ура! Так, седьмой левел, это круто. Еще один убийца появился. Ну, смысла нет, наверное, сейчас убийц собирать или есть? Наверное, есть. Скипаем, убийца есть. И все пока, да. Сейчас мы сделаем отряд убийц. Давай сюда, сувайся сюда. Так, а что, если мы рекламку посмотрим? И нифига, короче, интересного в ней нет. Так, у меня есть... Можно давайте вот этого продадим. У нас получится два, еще раз спекнем. И еще один дилижанс убийца. Можно вот этого продать теперь, смотрите. Хоба.
Продать. Продать, говорю. Нет, зачем я нажал начать? А, господи, меня сейчас убьют. Вот ну бас. Я хотел купить третьего этого убийцу. И, ну, пипец вообще, просто ну басран. Надо спрашивать, вы готовы, вы хотите, блин. Дефит. Раунд 7, окей, нам дали кучу монет. Я, наверное, выберу еще чуть-чуть монет в самом начале. И на этом пока что все, да. Мне игрулечка понравилась, да. Даже не знаю, оставлять ее или нет, но однозначно буду ждать оригинальный авточес в плеймаркете, да. И с вами потом порубимся. Ну и пишите в комментах ваше мнение, как игрулька. А так еще раз, всем спасибо, всем пока, играйте в крутые игры, да. Пока-пока.